Добрый день, меня зовут Татьяна Гузун. Я детский стоматолог, главный врач детского отделения клиники Dental Fantasy на проспекте Мира. Моя специализация – спасение сильно разрушенных постоянных и молочных зубов у детей и подростков. Применяю в своей работе безопасные и биосовместимые материалы для сохранения зубов. Восстанавливаю сильно разрушенные зубы с помощью эстетических и прочных коронок для детских зубов. Принимаю детей с травмами. Я всегда работаю с микроскопом. Он позволяет сохранить максимальный объем здоровых тканей и обеспечивает высокое качество лечения. При наличии показаний провожу лечение в условиях предельно безопасного наркоза по международным стандартам. А также в сознании использую поверхностную седацию, закись азота кислородом. Уже более 10 лет я практикующий специалист. За годы работы накопила огромный опыт по лечению постоянных несформированных зубов. Для меня высокий результат в работе – это победа над стоматофобией, санированная, то есть здоровая полость рта пациента и своевременная профилактика осложнений кариеса. Успех в лечении возможен при сочетании доверительных отношений между врачом, маленьким пациентом и его родителями. Если вы разделяете мои ценности, записывайтесь ко мне на прием Dental Fantasy. Обязательно помогу даже в вашем самом сложном случае.